Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на ежегодный летний благотворительный концерт «Музыка у воды». Я с большой гордостью могу сказать, что этому проекту прямо сейчас исполняется уже 6 лет. И последние 4 года – это полностью благотворительная история. Мы с вами помогаем детям с редкими генетическими заболеваниями. А кто приходит сюда ежегодно, хорошо знает, что самой первой нашей пациенткой была София Дарбинян. Сбор у нее закрылся очень быстро. Потом был Гращенко Александр, мой земляк. Совсем малыш, и ему тоже очень быстро помогли, и все закончилось очень хорошо. Но сегодня, к моему большому сожалению, мы снова проводим музыку для воды для Маруси Яценко, потому что сбор очень затянулся. В процессе концерта я вам буду немножко рассказывать, что такое СМА, что это за диагноз, что это за недуг такой, который, к сожалению, настиг прекрасную маленькую девочку. В прошлом году мы Марусю поддержали, но сумма чудовищная. Сбор ведется с семьей Маруси уже больше 2 лет. Поэтому я хочу сказать, что музыка у воды – это не только красивое море, песок, небо, в гармонии с фортепианной музыкой, с красивой девушкой, да, в платье. Нет, друзья мои, это прежде всего проект, который направлен на великодушие, на открытые добрые сердца, которые не просто любят уединяться с природой, но и совершать добрые дела. Поэтому сегодня мы с вами являемся настоящими волшебниками для Маруси, поэтому не стесняйтесь, поддерживайте ребенка. Вы видите на плакате все необходимые реквизиты. Можно наличным вариантом поддержать Марусю. Возле плакатика, пожалуйста, есть специальная волшебная коробочка для чудес. А я желаю вам прекрасного, вдохновляющего вечера. И я думаю, что сила искусства, сила музыки и ваши открытые сердца способны на многое. Прекрасного вечера! В музыке любовь и красота. И свободней с ней, как с лучшим другом, переносит в дивные места. Хочешь к северу, а хочешь ближе к югу, и билет на долгожданный самолет может стать бумагой с нотным текстом, отправляясь в длительный полет. Продолжай мечтать и слушай сердце.
Берешь потом цветочек. Друзья, как ваше лето? Я думаю, что можно совершенно точно сказать, что наше лето – самое разнообразное лето в мире. Все в нашем лете бывает. И стихотворение про наше сибирское лето. Летняя история, яркая, недолгая, с ясными рассветами, с ласковым теплом, с травами чудесными и цветами нежными, с ароматом хвойным в воздухе лесном. Вечера душевные и костры высокие, разговоры долгие, чай и свежий мед. Лето по-сибирски тем-то и особенно. А кто знает наше лето, тот меня поймет. Прозвучит композиция «После жаркого дня». А я благодарю природу за эту волшебную погоду и вас за то, что вы сегодня со мной. Итак, слушаем. После жаркого дня. Дорогие друзья, ой, огромное спасибо. Подождите, я еще. Спасибо, Татьяна, огромное. Спасибо. Я еще ничего хорошего не сделала, честно. Спасибо. Я напомню, меня зовут Рената Миронова. Я композитор. Но еще, как вы уже, наверное, поняли, я немножко рисую
и немножко сочиняю стихи, которые я привыкла читать к своим произведениям в качестве такого эпиграфа, чтобы настроить вас на правильное восприятие музыки. Конечно, главная моя стихия — это музыка. Поэтому сегодня мы здесь с вами на «Музыке у воды», чтобы помочь маленькой Марусе Яценко. Я напомню, вы можете на плакате посмотреть реквизиты или наличной помощью положить вот в прекрасный ящичек, который рядом с плакатиком. А сейчас, друзья, я буду играть практически нон-стоп, чтобы вы успели насладиться и природой нашей дивной сибирской музыкой. Я исполню для вас несколько композиций, которые посвящены воде. Вы это почувствуете сразу.
И небольшой эпиграф. Не зная преград и пер... Извините, сейчас речевой аппарат...